Чувашия готовится к отопительному сезону. Масштабная по своим объемам ремонтная кампания проходит сейчас на энергообъектах Т+, в Чебоксарах и Новочебоксарске, на ТЭЦ-3. Подробности в следующем материале. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Рады вас приветствовать. Мы на одном из наших объектов, Новочебоксарская ТЭЦ-3. Символично, но именно в этом году у нее юбилей 55 лет. 55? Да, она была построена в 65 году. Доклад, инструктаж и ставший обязательным санитарный контроль. На входе измерение температуры, обработка рук, для каждого гостя защитные маски и перчатки. В условиях непростой эпидемиологической обстановки работает и сам персонал станции. Приняты серьезные меры безопасности. Регулярные энергообъекты филиала Мариэлы Чувашии Т+, проходят дезинфекцию. Обеспечены защитными средствами. Антисептик на главном щите, на каждом тепловых щитах управления есть. ТЭЦ-3 называют новогодней. 31 декабря 1965 года станция выдала первые киловатты и гигакалории в единую энергосистему. На протяжении вот уже почти 55 лет станция снабжает светом и теплом Новочебоксарск. Мощность одной из турбин, которая сейчас в работе, 80 мегаватт. Сейчас именно она обеспечивает горячей водой всех жителей города. Только в прошлом году третий ТЭЦ было выработано более 1500 гигакалорий. Калорий тепловой энергии и почти 1 миллиард киловатт электроэнергии. Подготовка к новому отопительному сезону здесь стартовала еще в первые весенние месяцы. В этом году у нас запланировано порядка 620 миллионов рублей, которые будут направлены на ремонт как генерирующего оборудования, так и тепловых сетей. Соответственно, на Новочебоксарской ТЭЦ-3 мы планируем провести работы по среднему ремонту турбины, по капитальному ремонту котла номер 6. Ремонт капитальный. Одна из турбин полностью разобрана на фрагменты для замены деталей. Это часть ремонтной программы филиала Мариэлы Чувашии Т+. В целом на плановые ремонты и техническое перевооружение Новочебоксарской ТЭЦ-3 направили более 167 миллионов рублей. Работы должны завершиться в сжатые сроки. Все эти работы мы планируем выполнить в межотопительный период, чтобы к началу отопительного сезона уже во всеоружии взять нагрузку и обеспечивать теплом населения городов. В активной фазе и плановый ремонт тепловых сетей. Ключевая задача – стабильное и своевременное теплоснабжение потребителей. Нарушать графики нельзя. С работой энергетиков приехал познакомиться и временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Сами ремонтные работы организованы в разных местах, не только на территории ЦЕС, но и на сетях, которые идут от теплоэлектроцентрали до потребителя. Поэтому важно, конечно же, эту работу делать в комплексе. Это дает понимание и уверенность, что все будет организовано. Дальше просто надо совместно действовать. Перспектива за государственно-частным партнерством. Соглашение о взаимодействии между Т+, правительством республики и администрациями городов подписано. Объемы инвестиций Чебоксарам и Новочебоксарску составят более 15 миллиардов рублей. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.